Москвы. Вы смотрите канал «Улица Москвы». Не так давно бывали в ЖК Академика Павлова. Вот еще один жилой комплекс от группы компании ПИК в Западном административном округе. Называется ЖК «Мещерский лес». Располагается близ станции метро «Говорова», железнодорожной платформы «Мещерской» и в начале Боровского шоссе. Частично построен на территории бывшего домостроительного комбината. Название позаимствовано у Мещерского лесопарка, который располагается по другую сторону от киевского направления железной дороги. Вот здесь примерно 15 корпусов. То есть очень крупный жилой комплекс. Вот, посмотрите. И свой пешеходный бульварчик. Такой, можно сказать, целый квартал построил здесь ПИК. Но, как мы с вами знаем, у этой компании всегда очень широкий размах. Ну, конечно, с архитектурной точки зрения здесь дома попроще, чем в ЖК Академика Павлова. Ну, понятное дело, все-таки этот жилой комплекс располагается за МКАД. Это район Солнцево. Так, а там что, нельзя, что ли, пока пройти, что получается? Все благоустраивается территория. Мы были как-то на Боровском шоссе, тоже примерно здесь в начале. Это было еще в самом начале существования нашего канала. Ну, такой типичный пиковский ЖК. Чем-то напоминает и многие другие. Полярные 25, Римского-Корского 11. Такие стандартные пиковские дома. Ага, ну вот. Мы видим здесь пешеходная тоже дорожка, благоустроенная. Потом вот там детский садик. Есть теннисные столики для настольного тенниса. Ну и сам лес вот отсюда видно. Но чтобы попасть туда, нужно перейти железную дорогу. Дальше по Боровскому шоссе будет также у нас Чоботовский лесопарк. Ну это именно что дальше. Но, конечно, с точки зрения дизайна, не знаю уж, как там живется в этих домах, но выглядят они довольно симпатично, современно. На первых этажах располагаются различные коммерческие помещения. Даже мини-рынок есть. Различные салоны красоты. Что тут еще? Кофейни, пивные там и прочее. Thank you.
Ну, конечно, с открытием станции метро Говорова все улучшилась транспортная доступность. Но еще больше улучшится она с вводом четвертого диаметра. Хотя и сейчас по факту электричка тоже функционирует. Но все-таки диаметры это гораздо удобнее. Так, ну вот парковочка тут такая. Нормально.